Я приехал порыбачить на Серегину на дачу. Для того, чтобы пригрузить приманку, используется скользящее грузило двухунцовое. Вот это вот не самая лучшая модель, потому что, видите, у него внутри нет пластиковой трубочки. Поэтому, в конце концов, вот этот вот шнур перетрется. Здесь вот наверху установлен стопорок, чтобы оно не летало туда-сюда. А ниже него на карабине шок-лидер, на котором стоит крючок. Такая вот оснастка для рыбной ловли хищника. Ну, в основном клюет судак, змей-голова, иногда сом. Сейчас будем пробовать. У нас судачок идет. Вот на резочку. Я как мог собрался силой, и давай тянуть удила. От нахлынувших предчувствий сам не свой. Вдруг удилу стал дыбом, и всплыла большая рыба. Почему-то с человечьей головой. Я застыл, дрожа в коленях, а нам не здравствуй, Сеня. Неужели про русалок не слыхал? Я теперь твоя добыча, но хотя бы для приличия. Ты б не дергал так за леску, нахал. Я ж дитя любви печальный, мать плотва, отец Чапаев. И хотя всю жизнь проплавала в реке, о тебе мечтала, Сеня, до последнего мгновения, заходясь в свои русалочьи тоски. А речка вдаль бежит тихо. Если вот этого почищу, пойду, у меня там в холодильнике еще судак и одна змеюка лежит. Пока притащу, чисти. Пока у нас клёва нет, сидим. Ждем рыбу. Хочу обратить внимание рыбаков на очень удачную модель складного стула компании Naturhike. Такой компактный, очень удобный шезлонг. И обратите внимание, ни одной пластиковой детали. То есть все собрано на алюминиевых трубках. Можно отдыхать, спать. Короче, для любителей кемпинга отличная штука. Иногда, чтобы попасть на хорошее озеро, нужно идти по таким протокам. Даже это не протока, я не знаю, что это. Камышовый лес. Чисто такие озера, излюбленное место змей головы. Много водорослей, теплая вода. Нам удалось достать змей голову. Поймался он на лягушку-уточку. Вот. Очень агрессивный хищник, красивые свечки делает, когда выходит. Ловится вот в таких вот водоемах, заросших очень сильно. Тем не менее, это его любимый биоток. Мы на нашу уточку немножко еще маленький кусочек воблы прикрепили для того, чтобы добавить ей запах. Потому что было видно, что несколько раз змей голова шел за ней, но не атаковал. Клев идет отличный. Подобрали мы вот такую приманку. Уточка. Вот занесенный казахстанскую ихтиофауну из Китая змей голов активно набирает роты по расселению. Каждым днем он все больше и больше. Что нас ждет, мы не знаем. Не пейте водку на жаре.